Спасибо большое. Самое главное для нас было сегодня добыть 3 очка, неважно любой ценой, потому что у нас до этого мы 2 игры играли хорошо, но никак не могли победить. Сегодня нам было любой ценой добыть 3 очка, и мы это сделали, плюс, я считаю, с неплохой игрой, так что заслужили победу. Я думаю, что у нас будет все хорошо, даже если посмотреть по этим 3 играм. Как бы просматривается, что мы прибавляем. Понятно, что там у нас пришло много новых игроков, но сыгрываемся потихоньку. Я думаю, что впереди нас ждет только все самое хорошее. В армянском футболе очень тяжело. Ну, тяжело такой больше, как мне, как нападающего, борьба. Очень много борьбы, длинных передач, как бы, ну, подстраиваемся, в целом нормально.